Привет всем, меня зовут Василисина Мария, и это видео я снимаю для магазина artmarker.ru. Сейчас я вам покажу, как можно использовать при работе на бумаге черного цвета такие маркеры Metallic фирмы ZIG, которые можно приобрести на сайте artmarker.ru в работе. Давайте посмотрим, как можно ими нарисовать растительные узоры, орнаменты на черной бумаге. Начнем рисовать из уголка. Сейчас я использую красный цвет металлик. И вот такими прикладываниями мы делаем первые узоры. Так как кисточка очень хорошо прогибается, то можно сделать вот такие капельки. Теперь я цвет меняю. Беру зеленый и продолжаю делать такие капельки. Простым прикладыванием получается такой интересный орнамент. Этот цвет черный выглядит как маленько как серебристый на черной бумаге. Им я сделаю вот такие полосочки. Сначала цвет не проявляется, а со временем он высыхает, и его становится лучше видно на бумаге. Теперь я опять хочу взять красный цвет. То есть вот так я их буду менять постепенно, чтобы слой за слоем цвета были разные. И нарисую здесь треугольнички. Такие узоры. Теперь давайте продолжим. Я опять беру зеленый цвет и наношу тоже прикладыванием. Только смотрите, если мы сделаем капельку в эту сторону и рядом с ней капельку в другую, то у нас получается вот такое сердечко. Мы эти сердечки превратим затем в листочки. Таким образом мы их наносим. У нас получается такой интересный узор. Даем маркеру маленько просохнуть на бумаге. И делаем красные ягодки, цветочки. То есть, соединяя вот такие простые элементы, мы можем получить очень интересные растительные мотивы. Теперь мы нарисуем веточки. Сначала я обозначу стебельки, а потом уже буду прикладывать кисточку и на стебельках выполнять листочки. Теперь можно взять маркер красного цвета и нанести вот такие кружочки, ягодки здесь. Давно у нас не было серенького цвета, вернее, цвет black, черный. Теперь мы наносим капельки при помощи этого цвета. Чем больше вы нажимаете на кисточку, тем крупнее капелька получается. Соответственно, чем меньше нажимаете, тем меньше элемент будет получаться. Теперь можно продолжить. Сделать, так как мы здесь поставили красный элемент, и у нас получился цветочек с листиками, то здесь мы можем сделать красным цветом настоящие сердечки. Точно так же прикладываем рядом друг с другом две капельки, и у нас получаются сердечки. Теперь мы продолжим рисовать зеленым цветом. И нарисуем следующим слоем, нарисуем веточки. И сейчас буду заполнять их листочками. Так, сейчас мы выберем такой способ
То есть три раза. Так же, как мы делали сердечки, только прикладываем три раза рядышком. И у нас получаются вот такие симпатичные листики. Вот такие листочки у нас получились. Если в данном случае мы делали листики тонкой частью капельки к стебельку, то теперь попробуем сделать их наоборот. Следующим слоем мы нарисуем еще веточки. Для этого мы тоненьким кончиком проводим линию и потом заканчиваем ее как капелька. И вот так произвольно делаем удлиненные листочки. Вот такие интересные узоры можно нарисовать маркерами фирмы ZIG. Цвета металлик красный, зеленый и черный. Номера красный 126, зеленый 128 и черный 127. Спасибо за внимание. До встречи в новых видео. С вами была Василисина Мария для магазина artmarker.ru. До новых встреч. Пока-пока.